четверг в Самарской области пасмурно, с прояснениями, пройдет дождь. Днем плюс 7, плюс 11, ночью 2-4 градуса тепла. Ветер юго-западный, 4-6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде небольшого дождя. Светлое время суток плюс 6, темное 4, выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, дождь, днем плюс 7 градусов, ночью плюс 3, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно, с прояснениями, дождь, днем плюс 8 градусов, ночью плюс 3, юго-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.